Всем здорово, ребят. Добро пожаловать в новый Властелин колец с модом Энерат. Смотрим сегодня дуэльку. Грустный котик от подписчика. Второй Холин. За Рохан играет Такизава. За Мордор. Что-то не влезло у него, короче. ВХ будет. Я видел чела с ником ВХ. Но это, походу, что-то другое. Ну, короче, ВХ номер 2. Ну, вроде клан тот же, что и ВХ. Так что вот так. Мордор Рохан. Печальный матчап для Мордора. Я бы на месте Мордора играл бы фаст... Ой, хотел сказать Горкила. Как зовут? Готмага. Во, Готмага на букву Г. Угу. Так, ну, видимо, он решил не делать Шаграта и Горбага. Не, ну вообще, это, конечно, не обязательно вам. Вам не обязательно страдать от станов и пытаться их контрить, типа. Вы можете сделать дешевого Назгуля, у которого страх быстро открывается. Ну, типа, самого дешевого. Принц, вроде бы. Вот, если вы его качнете, ну, типа, вам не надо его прям делать первым героем даже. Ну, скажем, до мидгейма вы его построили. Если вы его не слили, то, скорее всего, он качнет свой стан до того, как свой стан качнет гамлинг. Поправочка у принца не стан на страх. Вот. Там у него он на 4-м левеле, а у дорогого Назгуля на 6-м, но у дорогого станет. Вот. Получается, вам надо будет только не обкекаться, когда чел будет второй тир вызывать. А под гамлинга вы всегда свой станчик кидать сможете. Снова меня понесло. Страх. Вот. Но раньше я прям вообще не знал, как это играть. И пытался раннего Готмага делать. Иногда срабатывало, кстати. Но это были те времена, когда челы рашили отступниками. Сейчас никто так не делает. Сейчас Рохан и крипингом занимаются. Так что... Ой-ой-ой, Такизава обкекался сейчас. Потерял отряд. Так, орки готовы рашить. Ну, короче, старый стандартный билд использует ВХ. Походу он не успеет. А нет, успел. А, стойте. Я не понял. Вообще ничего не понял. Ага. Короче, он забыл. Он хоть он не строил. Он забыл своего некра просто там. Просто забыл. И Такизава перехватил, и походу поэтому он тут не доконтролил. Все ясно. Все открылось, так сказать. Но надо было просто заранее лошадок заказать, вот теперь он так и делает. Они бы успели превратиться. Ну и... А, ну дед, кстати, достает. Не, не совсем. Деда буквально на пару шагов сюда отправить, чтобы они под лидеркой были. Может, они слились из-за того, что он без лидерки. Ну ок. И тут лошадок, по идее, тоже надо. Угу. Сейчас ему аукнется то, что он в гамблинга выходит. Он же выходит в него. А, забыл деньги забрать. Ну, видимо, хочет фермы свои спасти. Тут что... Просто башенка. Да, все-таки гамлинг. Ну, пора тогда заказывать отсюда лукарей. Они бы нехило помогли. Орки не вывозят. Было бы забавно, если бы сейчас... ВХ увидел, что гамлинг в копейщиков влетел и убил его. Ну, там, наверное, бы он не успел, но... Но было бы очень забавно. Можно было бы плевать из игры, собственно, сразу же. Так, ну ок. У Мордора, в принципе, полно войск.
А лучников, правда, не хватает слегка. Тут также пачка ждет чего-то. Дождалась. А хотя, слушайте, отступники хоть и являются, наверное, топовой кавой для начала игры, но они так фигово давят. Они уже все передохли. Ну зря ВХ пожадничал. Надо было добивать. Но в любом случае у него апгрейд есть, так что орки восстановятся. Он убил отряд и забрал деньги. Нормально. Такизава решил не дефаться, а забрать тролля. Лукари есть. Правда, всего один отряд. Ну да, чуть-чуть медленно Такизава развивается. Я не понял, почему он здесь испугался. Ну ладно. Надо тоже лошадок делать сразу же. Походу. Копейщиков мало, можно перебить. Ну, лукарями. И можно будет лучников задавить. Падает еще одна ферма. Опа, 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 опа. Денежка будет у ВХ. И еще одна ферма упала. По сути. Тут это ошибка небольшая. Один отряд орков медленно сносит ферму. То есть, ну, крепо задефает. Там, тем более, где-то половина, чуть больше половины. То есть, не надо было их обстреливать. Надо гамлинга. Ну, и сейчас тоже надо гамлинга сюда отправить, чтобы они эту не снесли. Потому что это фиаско. Так заказал, поздновато немного, ну ладно. Тут еще проблема в том, что ему баррикаду нечем сносить. У него как... Ну хотя ладно, сейчас эти может восстановиться. Не факт. Ну хилка вообще-то есть. А че он хилку не кидает или жадничает? Повезло. Я считаю, очень сильно повезло. Лукари надо убирать отсюда, только отступников оставить. И, возможно, конных. Ну, хотя ладно, он нормально дефает, в принципе. Второй тир у него появился. Самое время сюда его закинуть. Станчик отдать. Он решил немного крестьян без оружия в атаку отправить. Ну, типа как мясо, в принципе. Ну, единичку отвел, нормально. Или не отвел. Крестьяне отвел. Тоже могут держать в руках оружие. Почему он так сильно жадничает? Ну ладно, сюда можно закинуть. Уже 4 барака. Орков много так-то. Очень много. Перехват таверны, отступники подохли. Но в целом он задефался тут. Меня интересует. Я не могу кликнуть. У меня еще мышка поломалась. Так неприятно, блин. Ага, окей. Живой отряд. Его надо отвести. Если он сражается, то он не восстанавливает численность. А эти челы довольно быстро, кстати, воскрешаются. Так, вызвал все-таки Халдера. Стрелу, походу, не давал. Но это не точно. Да, ну Такизава под пивом тут, конечно, играет. Ну окей, задефал. Баррикады его мучают. Это забавно, кстати, ему бы крестьяне на самом деле не помешали бы тут. Он, видимо, просто привык к тому, что Рохан доминирует. Но ему не хватает макро против такого билда, который Мордор использует. Ну, конечно, сейчас он тут запушит нехило с этой стороны. Но по центру орки... продолжают ползти, и мне очень нравится, что ВХ вышки тут поставил. Потому что рано или поздно тут будет станчик. Второй. К
Кстати, я до сих пор не понимаю, он юзал стан или нет халтером. Ну, не столь важно. Где это там? А, уже почти стан есть. Третий левел, кстати. Третий тир. Вот. И надо укрепить территорию чем-то, чтобы, ну, хоть не все терять. Так что правильно делает. Но при желании Такизава как раз-таки этой обилкой может поразбивать эти вышки. Причем очень быстро, очень легко. Так что не уверен, что это сработает. Но с другой стороны, если он будет бить вышки здесь, он не будет бить фермы здесь или бараки. Так что норм. Тем временем, оказывается, что ВХ очень сильно проигрывает. Это ж у него же еще тут экономия 2 очков. То есть мы их отнимаем отсюда, грубо говоря, у него 9 очков, ну 10 сейчас, типа. Там уже третий тир. 5 очков проигрывает. И по идее сейчас Такизава это все может разбить. Тяжело. Ой-ой-ой, какая ошибка. Это ж сколько потерь еще будет. Дядя, беги. Канилуки. Я бы на месте ВХшника просто зафокусил вышками канилуков. Это лучший вариант для него. Он тут при любом раскладе он все теряет тут. Ну, он может парочкой орков отступит. Не более. Ульта что-то приехал сюда. Тут как бы, братан, ты не снесешь. Ты что, гонишь? Вышками что... Что происходит? Почему он фокусит катапульту? А, копейщики добили рандомно. Ну ладно, это как сейчас какой-то приступ был. Ну, ВХ. Надо было просто отступить. Ну, на самом деле, тут вроде как не так уж и плохо для него. Ну, во-первых, это не прожато. Почему-то он фокусит ферму. Это не прожато. Сейчас закончится все. Тут вышки выросли. Да, Такизава очень медленно сыграл тут. Мало снес. Там, по сути, когда он прожал стан и Гимли прыгнул прыжком, все, не надо было больше никого фокусить. Я имею в виду этим третьим тиром. Просто попрожимать обилки, то есть клинки Леголасу, Блейдмастер Арагорну. А убийцу он прожал. И все, и через альт прокликать. Вышка, баррикада. Эти он не видел, скорее всего. Баррикаду он видит, да. Ну и дальше бы он эти вышки увидел. На ферму абсолютно пофиг. Во-первых, у него ката есть. Во-вторых, ну, блин, ферму легко снести. Она не отстреливается. Получает жесткую пиздюлину по своим войскам. Но зато канилуки выжили. Ну, реально, ВХшнику надо было фокусить канилуков вышками. Это сейчас самое ценное, что тут есть. 4 пачки уже, между прочим. А, и огонь. Ну, правильно, да. Сейчас огонь, можно будет макрить ими. Мне кажется, или... Это баг, походу. То, что... Ну, вот так вот она должна выглядеть, когда на 3-го левела. Это баг из-за урона. Не обращайте внимания. А... Дядь, ну, оно станет. Оно... Эта штука их станет. Вот из-за этого этот матчап в пользу Рохана. Ну, то есть, вот кликни сюда и... Ну, вот, черт. Меня аж трясет. И я почти уверен, что тут стан откатился. Ну, не совсем, конечно. Ну, ладно. Такизава просто на расслабоне играет. Он не хочет напрягать мышцы. Мозгу же есть мышцы. Я почти уверен, что они извилинами называются. Я немного не уверен. Вот их он не хочет напрягать. Ну ок, перебил. И почти 25-ка. Очень сильно проигрывает сейчас.
ВХ. Вы представьте, если бы Такизава все юзал. Он бы сейчас каждую атаку мог бы станить. Поэтому надо было либо раннего Готмага, либо раннего Назгуля делать. Чтобы размениваться хотя бы на равных. Хотя бы. Ну, по сути, ему сейчас снести эту ферму, и можно под крепу кидать энтов. Блин, если... Если эта матч закончится, у меня жопа сгорит. Я болею за Мордор. Без негатива. Ну, вышками он, конечно, конкретно насрал, но... Такая себе у него армия, если эти приедут, то, в принципе, Такизава разбивает тут эту пачку. Но эта пачка такая себе, типа. Ну, ме. Что же будет на базе? Вызываются энты, ставится катапульта. Ну, поздно, поздно пить боржоми. Ну, у него не то, чтобы денег было полно, поэтому он что смог, то и купил. Так сказать. Ну, наверное, лучше ее отменить, потому что... Да, да, вот-вот. И мне кажется, он ее даже не отменил. Денег не увидел. Ну, неважно. Да, крепость падает, стоп проц. О, Назгульчики появились. Ну, снова поздно, к сожалению. Ну, кстати, мне нравится, что он не пытается энтов убивать. Потому что это бесполезно. Они уже все пронесли тут. А спасать эти бараки, которые 300 стоят, да пофиг, в принципе. Так хотя бы он Назгулями может, ну, во-первых, покачаться. Во-вторых, поубивать ценных конилуков, которые почти 1000 стоят. Ну, типа, 650 по факту стоит отряд. Он, конечно, не платил столько денег за него, но неважно. И 300 монет стоят стрелы. Вот, Такизава, походу, уже, типа, решил, что игра закончилась. Он решил посливать своих челов, чтобы бараки добить. Энты обратно в корни превращаются. А тем временем... Такизава получает очень много урона своей крепости. Вот метатели бы не против эти каты перебить, но они слишком близко подошли. Нужно задефать каты. Одна катапульта будет очень медленно бить крепу. Рабочий побежал чинить. И что самое прикольное, ну, кстати, тут еще и вышки поработали. Назгульчики довольно неплохо пообщались с этими конилуками, и по сути тут никого не осталось. То есть он не может ими сражаться, ему придется стоять и смотреть, как его крепость ломается. Ну, один отряд, но а стрельбища-то нет. Он бы мог огонь сделать. Ага, он Эомера сделал. И ВХ как будто чувствует, что там вышло какое-то чудовище. И решил не лезть дальше на рожон. Ну, третий тир, второй тир. Ну, нормально, он отбивается, в принципе. Минус рабочий. Как ждут вышек. Что дальше? Он на крепу копит. Он Такизава может просто обилками пронести сейчас. Ну, по сути, это крепость. Вот это. Не будет хотя бы вот этих двух зданий, и ничего не будет. 5К есть. Почти четвертый тир. Кстати. Который в любом случае есть чем отбивать Такизаве, если на то пошло. Ну, просто больше войск нужно. Но тут самое главное, что у Рохана экономики, ну, прям почти нет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, побежал Халдир. Он хоть раз... Да зараза, телефон. Негатива.
он хоть раз за игру юзал стан? Ну, тут, наверное, не нужно его юзать. Хотя можно в этих стрелять. Не? Шаграт и Горбага? Не? Не. Обидно. Где она там? Опа. Какое странное сражение. Но таки Зави удается снести мастерскую. И ВХ, кажется, сам себе барак сломал. Я даже не думал, что у катапульты Friendly Fire так сильно дамажит. Ну, наверное, просто там ХП нет, нифига. Гронт полетел. Так, тем временем продолжает душить экономику ВХ Такизава. А третий тир-то закончился. И теперь ему нечем Гронт пронести. ВХ ломает все катапульты. Одна еще у него осталась. Ползет. Крепу починили. Слушайте, Мордор выиграл. Это даже нет смысла возвращать на базу. Их слишком мало. Но он второй отряд еще. В смысле, четвертый отряд может призывать. Минус, все. Гиги. Не, ну как бы без негатива, но тут победа чисто за счет того, что Такизава на расслабончике сидел. Почти обилки не юзал никакие. Остается одно стрельбище, но нет смысла тут играть. Маленький клочок карты остался у Такизавы. И ничего нет, по сути. Так что он не выиграет. Осталось только найти. Ну, с другой стороны, тут войск нет. А, Гронт же навсегда, точняк. Я что-то об этом забыл. Поломали. Давайте мотать. Уже неинтересно. Да. Такизава сдается. Спасибо за просмотр. Если вы знаете какие-то рабочие билды против Рохана за Мордор, кроме того, что я сказал, пишите в комментариях. Б.